Так, итак, товарищи, сегодняшние лекции. Лекции забастовки и советы. То есть такие совершенно вроде дальние на первый взгляд понятия. Но мы и курс такой рассматриваем, как политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Какая связь-то между такими политическими моментами, очень крупными, и таким явлением, всем и признанным во всем мире, в буржуазном мире, как забастовки. Где-нибудь запрещены забастовки? Там более легкие нормы в других странах. Например, забастовка, пожалуйста, бастуйте, вон хоть все заводы. Не особенно там, не длинная процедура. Подайте бумагу, сообщите, что... Там, кстати, возможны забастовки, там, в Индонезии, всяких, от Китая, и прочее. В Китае не знаю, по-китайски не читаю. Вот. А наши товарищи, которым положено читать, вот у них у нас тоже есть, даже на факультете, вот, китаеведы, культурологи, они там почитают, а нам ничего об этом не говорят. Поскольку они не концентрируют свое внимание на этих проблемах. Поэтому узнать ничего невозможно. Так как в Америку поедут, посмотрят там по магазинам походят, а какое у них производство, почему у них высокая производительность труда, какая организация производства. А этому надо поучиться. Это скажете, где это почитать? Это почти негде прочитать. Потому что публика, значит, селится в отеле, там, где все включено, и гуляет там по достопримечательностям. И что, кто приехал из Америки, нам рассказал, как там организовано производство. Но представьте себе, к нам приехал, что он узнает, как у нас организовано производство. Ничего не узнает, он будет ходить по Невскому, посмотреть на Иксакиевский собор, будет смотреть на Зимний дворец, все очень красиво. К Смольному может подойти, увидеть площадь пролетарской диктатуры и так далее, памятник Ленину. Все сохраняется, все хорошо. Что он узнает про наше производство? Он ничего не узнает. То есть таким очевидным образом, таким наглядным образом не узнаешь, что тут происходит в производстве. Это большая задача. Это вот вы немножко знаете свое производство, в котором вы участвуете, и знаете, что это очень далеко от представлений, которые есть у обывателя на эту тему. Итак, значит, вернемся, поскольку дело забастовочное – это давнее дело, и оно начиналось тогда, когда никаких не было норм о забастовках, никаких законов. И само понятие забастовка от баста, то есть хватит. То есть дальше так жить невозможно, так работать не будем. Когда мы такой имели крупный подъем забастовочной борьбы в России? Мы такой крупный подъем забастовочной России, войны борьбы в России имели в 1905 году. И наиболее известен в этом отношении город Иваново-Вознесенск, где Иваново-Вознесенский рабочий на основных предприятиях Иваново-Вознесенска примерно одновременно устроили забастовки, и практически все производство в городе остановилось. И вот если бы развитие не пошло дальше, вот в дальнейшей организации дела, а, так сказать, каждый бы со своим предпринимателям и решал проблемы, хотя проблемы были похожие. Не платится зарплата, не улучшаются условия труда, не выполняются элементарные нормы, там, в законе прописаны и так далее. То это же касалось и длины рабочего дня. Вот если бы каждый решал со своим предпринимателем, то в один прекрасный момент бы погасили бы эти забастовки, ну, была забастовка и закончилась. Всякая забастовка кончается тем, что она прекращается. Или она прекращается, потому что замирились, договорились, или она прекращается, потому что те, кто бастовали, устали. У них нет денег, нет зарплаты, и бесконечно бастовать они не могут. Но вот что выдержали ивановские рабочие, вот однозначно выдержали, и чем это вот, эти забастовки отличались от других, что они установили единое руководство всей забастовочной борьбой. А именно, они собрали орган по представительству от каждого забастовочного комитета. Городской совет Иваново-Вознесенска. Не было тогда микрофонов, не было таких средств связи, поэтому, когда собирались забастовщики на реке Талка, они собирались каждый завод своим кругом, каждый круг выбирал своего представителя, и потом они собрали представителей от каждого завода,
И обменивались они между собой таким образом, что посылали своего представителя вот к другому заводу, и там ему все это говорили, следующему кругу. То есть вот таким путем последовательным общались между собой на природе. И тем самым договорились о создании и о создании городского совета и образовали городской совет. А поскольку городской совет не был такой вот орган, который просто избрали. Ну, избрали. Какой у него, какая у него сила? Никакой. Но это был орган, избранный по представительству от каждого из забастовочных комитетов. Раз это представители от каждого, каждый забастовочный комитет направил своего представителя туда, то по решению этого городского совета могли осуществляться общие единые действия. А общие единые действия могли быть связаны с тем, и первое было действие такое, никаких переговоров отдельный каждый со своим предпринимателем не ведет. Только переговоры все со всеми. То есть мы, вот все представители всех забастовочных комитетов, ведем по общим вопросам переговоры с представителями всех, как бы сейчас сказали работодатели, всех хозяев. И если мы по этому вопросу договорились, по какому, то значит вопрос этот решен для всех предприятий. Вот это было очень твердое и очень последовательно проводимое решение. Не допускали вот руководители, представители вот этих забастовочных комитетов, чтобы где-то пытались решить, потому что в одиночку там сломить, задавить, подавить возможно, а всех вместе практически нет. И это был настолько авторитетный и сильный орган, что он, в общем, мог уже и не только требовать, но и диктовать некоторые вещи. То есть он по существу мог решать очень многие городские вопросы. И наоборот, городская власть, которой нужно, скажем, губернатора напечатать какие-то документы, что должен делать? Он должен обращаться в этот забастовочный комитет, в этот совет городской, чтобы городской совет дал разрешение, чтобы типография напечатала это вот постановление или это решение у губернатора. То есть, по существу, там сложилось двоевластие и образовалась, так сказать, как бы вторая власть. Вторая власть – это власть советов. Вопрос. Да. Тут происходило объединение благодаря помощи каких-то политических активистов или это они сами? В том-то и дело, что вот никто из там, лидеров там, партии, а в это время уже, например, была РСДРП, в это время, это 5-й год, а партия, ну, считается, что у нас с 3-го года существует. Ну, во-первых, она существовала только 2 года. Во-вторых, отдельные люди, например, Фрунзе, участвовали в этих действиях, отдельные люди. Но какого-то единого действия партии, тем более ясного понимания, что заявление такое мы, с чем мы столкнулись. То есть политические активисты помогали, это не рабочие не сами до этого дошли, из-за того, такого объединения? Да и дело, что рабочие сами до этого дошли. Ну, если Фрунзе помогал. Ну и что? Ну, если, рассказал, ну, если вы сами дошли, а я вам помогал, так не вы не сами, что ли, дошли? Не понял логики. Их рабочих-то сколько? И потом, нет, и потом... с организационной точки зрения, с какой структуры? Да как он с организационной? Он, может, помогал что-нибудь сформулировать, помогал что-нибудь, помогал, так сказать, участвовал в этом деле. Так? Может быть, советы какие-то давал. Но кто открыл советы? Не Фрунзе. Открыл советы вот рабочий класс России в лице Иваново-Вознесенских рабочих. Вот он, так сказать, придумал такую, организовал форму, которой доселе нигде никто не видел. Вот, если вы помните, была Парижская коммуна. Парижская коммуна считается, так сказать, родиной диктатуры пролетариата. Но, во-первых, Парижская коммуна была только в одном городе, а у нас таких вот городских советов по типу Иваново-Вознесенского в 5-м году было несколько. Все считают города. Кто считает, что их 13, кто считает, что их 30 с лишним. Но, во всяком случае, в нескольких городах у нас таких коммун было. И, во-вторых, там коммуны были образованы вот от соответствующей территории, так сказать, кантоны или вот коммуны, это есть. Почему у нас коммунальное хозяйство? Коммунальное, так сказать, вот где вы живете, так сказать, от этого, от этих территорий избирались туда представители. То есть представители избирались так, как в любой парламент. А здесь принципиально другая форма представительства. Не от территории,
Не важно, где вы живете, важно, с какого предприятия, от какого забастовочного комитета представитель. Вот в чем, так сказать, особенность. И эта особенность не усвоена была и тогда очень многими, и в советское время очень многими не только не усвоена, а даже, так сказать, не замечена даже. Или проигнорирована. Мы к этому еще вернемся. Поэтому создание таких советов, которые образованы по представительству от предприятия, это вот, так сказать, явление, которое связывает между собой забастовочный комитет и вот такие органы, как советы. И это в этом и определение советов. Советы – это органы, формируемые не по территории, а по представительству от трудовых коллективов, изначально по представительству от забастовочных комитетов, то есть от таких органов, которые имеют реальную силу. Это первое. Теперь второе. А какова судьба этих органов? Значит, эти органы просуществовали, они, сказать, добились известного улучшения положения рабочих. Но потом забастовки прекратились, советы эти сошли на нет, и после 1905 года их уже не стало. И вдруг появились советы снова в России, а если что-то возникло или открыто, то оно может повториться, как известно, совсем другими людьми, в другой форме, может быть, в искаженной. И они, советы у нас возникли в России в 1917 году, сразу после буржуазной революции. Хотя это кажется довольно странным. С другой стороны, понятно, что после буржуазной революции произошли значительные облегчения в смысле возможности политического действия, выступлений, митингов, собраний, самоорганизаций. И вот возникли советы. Советы, то есть органы, которые формировались по представительству от предприятий. Но, конечно, чистого такого представительства или чистого такого принципа, или принципа во всей чистоте не выдерживалось. Значит, есть такая книга «140 бесед с Молотовым» Феликса Чуева. Он там рассказывает, как члены русского бюро ЦК РКПБ, про которые вы думаете, что они все знали и понимали. Вот. Они ходят и чувствуют, что-то в городе изменилось. Это Шляпников и это Скрябин. Скрябин – это подлинная фамилия Молотова. И вот, значит, ну куда? Они говорят, поскольку непонятно, что происходит в городе, они пошли к Алексею Максимовичу Горькому. Приходит, говорит, Алексей Максимович, тот им открыл, рад. Вы все знаете? Да, я все знаю. А вы знаете, что у нас в Петрограде создан совет рабочих депутатов? И говорит, не знаю. И где он? А он, говорит, работает в Таврическом дворце. Ну, те развернулись и пошли в Таврический дворец. Молотов и Шляпников. Два члена русского бюро ЦК РДРФ, которых понятия не имели, что там, что у нас уже создан совет. И вот они приходят сюда, вот к Таврическому дворцу. Все горит огнями, охрана около Таврического дворца, и там заседает городской совет рабочих депутатов. Неслыханно, невиданно для русского бюро ЦК РДРПБ. Спрашивают, а кто председатель? А председатель Александр Федорович Керенский. Доложите ему, что пришли члены русского бюро ЦК РДРПБ. Докладывают, выходит Керенский, вышел к ним на улицу, провел их и посадил сразу в президиум. И там по этому поводу замечает Молотов. Мы вошли в совет, надо было входить в совет, мы вошли в совет. И вхождение в советы было, ну, ни от какого завода так вот получилось. От Керенского. А вот так получилось, поэтому получилось немножко похоже на то, как Горбачев формировал. Помните советы от этих самых? Не помню. Не помните? Он же новый принцип придумал. Не от трудовых коллективов выдвигать депутатов, а можно от филателистов, друзей кино, от любых общественных объединений. А до этого было выдвижение от трудовых коллективов. Но не избрание, а избрание было. Вот в то время, которое вы еще помните, я думаю,
Избрание было по территориям, по территориальным округам. А тогда это избрание это было все-таки в Советы не по территориальным округам, а в Советы было избрание по фабрикам и заводам. И вот если вы пойдете на «Аврору», когда я вернусь обратно из Кронштадта, где она находится на ремонте, и посмотрите, что там самое важное, то самое важное там не орудие, которое холостым выстрелом и дало знак к восстанию, а самое важное там приказ номер один, который в машинном отделении, где собирался соответствующий комитет «Авроры», это приказ номер один Петроградского совета, который гласит, что на всех кораблях, во всех ротах, на заводах, фабриках создать комитеты и направить, или советы свои, и направить своих представителей в городской совет. То есть в 17 году, в феврале, были воссозданы советы по представительству от фабрик и заводов. Но если брать художественную литературу, а мы не очень, так сказать, имеем хорошие и тесные связи с заводами, с фабриками, и история это не очень широко отражено, то, наверное, вы или смотрели, или знаете фильм «Депутат Балтики». Вот прообразом этого самого депутата Балтики был Тимирязев, который действительно был от Балтики депутатом в Совете в Петроградском. Вот здесь учился, нет? Тимирязев? Нет. А, нет, в Москве, наверное. Нет. Депутат Балтики. Вы знаете, там парк Блохина. Блохин – это был депутат городского совета этого самого трампарка, которое имя он и получил. То есть сформировались советы, и эти советы снова обрели силу. Но они уже обрели силу, так сказать, не сразу. Сначала эти советы были, вот тут они были под влиянием политических партий, причем эсеров и меньшевиков. И были они в основном эсерами. И вот тогда Ленин вот это явление рассматривал в своих работах, и он говорит, что это за ними большое будущее, что эти органы, они живые, в том смысле, что они могут преобразовываться без какого-то влияния сверху и без указки сверху. А почему? Потому что если это органы, которые создаются по представительству от фабрик и заводов, то им какого-то назначения дня голосования, единого дня голосования, не единого дня голосования, вообще какого бы то ни было назначения сверху не требуется. То есть если вы от такого-то предприятия, а завтра ваше предприятие примет решение, что вместо вас придет Иванов, а послезавтра, что вместо Иванова придет Петров, то для нашего собрания, которое это собрание представителей предприятия, это не имеет ровным счетом никакого значения. Потому что важно, что представитель вашего предприятия здесь присутствует. Правильно? Поэтому вот эти органы обладали свойством легкости и простоты отзыва депутатов. То есть отозвать элементарно. И это свойство дало основание уже Ленину считать, что это необыкновенные органы, и что за ними большое будущее. И он в них тогда еще увидел зачаток будущей власти и сначала выступил за власть, пусть будут хоть и эсеро-меньшевистские, мы за то, чтобы они стали властью. Потом, когда выяснилось, что они просто подпевают временному правительству, особенно после того, как временное правительство ввело смертную казнь на фронте, то есть по существу, взялось за старое, за то, чтобы гнать народ на убой, то, как говорится, этот лозунг «власть советом» был снят большевиками, они не стали на этом настаивать. Что изменилось? А дальше, если вы помните, были такие события, как Корниловский мятеж, а в Корниловский мятеж временное правительство боялось не удержаться. Оно обратилось в том числе и за помощью к большевикам. И помогите спасти демократию. Большевики всегда были за демократию, поэтому они помогли спасти демократию, в том числе матросы с «Авроры» защищали Зимний дворец. Поэтому неудивительно, что когда в ноябре 17 года они брали этот Зимний дворец, им не нужно было объяснять, где, куда, какие входы и как туда заходить.
Поэтому никакой проблемы с этим взятием не было, и никаких столкновений там не замечено было. И вообще то, что происходило в 17 году, действия вооруженные, но мирные. Меньшевиков переизбрали? Нет. Значит, прежде чем вот мы об этом можем говорить, о том, что же произошло к октябрю 17 года, мы должны отметить, что после того, как был разгромлен Корниловский мятеж, и прежде всего благодаря большевикам, а большевики к этому времени организовали при советах и в помощь советам органы, которые их защищали, то есть Красную гвардию. И в связи с этой борьбой с Корниловым, то это получились уже довольно властные органы, но поскольку они защитили, так сказать, демократию, в том числе дали возможность спастись и временному правительству, чаша, так сказать, народного доверия перешла на сторону большевиков. В чем это выразилось? Это выразилось в том, что временное правительство не поменялось от этого, а в состав советов стал меняться, то есть стали советы переизбирать. И вот тут уже большевики активные в этом участии приняли в переизбрании советов. И для этого нужно было, чтобы там люди, которые работали на соответствующих заводах, направили туда других, не эсеровских представителей, не меньшевистских, а большевистских. И примерно к сентябрю 1917 года Петроградский совет стал большевистским по своему составу, то есть большинство большевиков в нем было. Московский совет стал большевистским, и большевистскими стали войска Северного фронта. Сказать, что к тому времени во всех советах по России было большинство большевиков, не только нельзя, но это было бы и неверно. Есть точное свидетельство самого же Ленина, есть такая работа в 40-м томе его «Полном собрании сочинений», «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата», где приводятся все данные, во-первых, по выборам в учредительное собрание. В это время шли как раз выборы в учредительное собрание. На выборах в учредительное собрание, а выборы шли по территории, как всегда, в парламенты. Большевики потерпели, можно считать, поражение, но они никогда и не думали, что они на выборах по территории получат победу. Это вообще невозможно, как известно, поскольку буржуазная идеология – это господствующая идеология. Если она господствующая, то люди голосуют в соответствии с этой идеологией. Но раз они голосуют в соответствии с этой идеологией, то самые честные, самые справедливые, самые точные выборы дадут большинство буржуазным партиям. Правильно? Так и меньшевики и эсеры – это буржуазные партии? А какие же? Ну, левые. Ну, что значит левые? Что значит левые? Ну, какой они класс представляют? Меньшевики и эсеры представляли мелкую буржуазию. Мелкая буржуазия не является союзником рабочего класса в борьбе за социализм, социалистическую революцию. Мелкая буржуазия – это и трудящийся, и собственник, поэтому он, так сказать, туда и туда, то есть они колеблются. Часть, конечно, но они, скажем, если трудящиеся, непосредственно мелкие буржуа действительно колеблются, и часть идет туда, часть идет сюда, то эти партии, они, так сказать, и не колебались, они враждебно относились к социализму по существу, как известно. И это проявилось. Даже левые эсеры, которые, вот вы говорите, левые эсеры, они подняли мятеж в 18 году, 6 июля. И поэтому, так сказать, этот мятеж был подавлен, и они были удалены из правительства. Мятеж сначала подняли большевики против, по сути, законно избранной власти. Все революции всегда совершаются против законно избранной власти. Вот вы мне как-то объясняли. Не бывает таких революций, которые совершаются... Несколько... лекции назад, я не помню точно сколько, мы с вами говорили про события на Украине, что такое есть фашизм и прочее. И вы говорили, фашизм – это то, что выходит за рамки законности. Нет. То есть вот этот мятеж тоже выходит за рамки то, законности. То, что выходит за рамки фашизм. Законности – это незаконность. А фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансового капитала. А если большевики, то нормально, то это не конечно, большевики-то не представляют же финансовый капитал, они представляют рабочий класс. Ну, вообще, диктатура рабочего класса, нельзя же их спутать с противоположной диктатурой финансового капитала, никак. При Гитлере в Германии финансовый капитал диктовал? Конечно. Ну, конечно. Неужели вы думаете, Гитлер диктовал? Это переворот. Гитлер диктовал, все дело в личности? Нет, конечно. Конечно, финансовый капитал германский. А Гитлер был его ставленник, а поскольку он рассуждал даже о социализме, о национал-социализме, то он очень большое количество привлек
мелкобуржуазных элементов. Гитлер свое левое крыло перебил там еще в 30-е годы, там Штрассеры, вот это все. А? Гитлер, часть НСДАП, которая была левой, ну как бы социалистической, там братья Штрассеры там известные, одного убили, а второй... Левые социалистические давно уже не были. Социалистические партии были до 2014 года. Левыми. А в 2014 году они все изменили рабочему делу, поскольку проголосовали за военные кредиты, организовали бойню народов и пошли в правительство. Это поэтому никаких левых уже не было среди социалистов. Все они правительственные партии. А? Какой у вас радикализм в ваших словах? Никакого тут радикализма нет, это исторический факт. Единственный, кто не проголосовал за военные кредиты, то есть до этого, вот до развязывания Первой мировой войны, все социалистические партии выступали против войны. Против империалистической войны. А когда дошло дело до голосования, то вот представьте себе ситуацию. Мы сидим с вами в парламенте. И в этом парламенте нужно проголосовать. Вот тот, кто проголосует за военные кредиты, то есть откажется от позиции социал-демократической, которая была до этого, всемирно признанной и международно, так сказать, обозначенной. Вот тот, кто проголосует за военные кредиты, он останется в этом парламенте и может идти в правительство. И пошли большинство, и пошли социалистов тогда. Перестали быть социалистами и пошли в правительство. Ну, название оставили. Просто партии перестали быть с этого момента левыми. А один человек, Липкнехт его фамилия, в германском Рейхстаге поднял руку против. Поднять руку против в это время в любом парламенте против голосования за военные кредиты означало прямо идти на каторгу. Он и пошел на каторгу. Наши депутаты, большевики, которые подняли руки против военных кредитов, с другой стороны, так? Это мы же на разных, так сказать, полюсах. Там, значит, это речь идет о войне Германии против Антанты, а здесь Россия, это же Антанта. Наши все депутаты прямиком, там, Муранов, Бадаев, Шагов и Ногин, все отправлены были в Сибирь. На этом их депутатство и закончилось. Поэтому из всего этой всей кампании социалистической, значит, это мы насчитаем с вами 5 человек. Плюс еще был против войны, выступал такой английский социалист Маклин. У нас был долго проспект Маклина долго. Потом решили, а кто такой Маклин? И выкинули этого Маклина и оставили английский проспект. Вот английский проспект у нас, потому что был проспект Маклин. Точно так же, как вот не думаю, какая история это, откуда у нас Бавария здесь. Вот то, что была Красная Бавария в Германии, там, где были советы созданы, и потерпели поражение в 18 году. Ну, это какое-то основание есть. А что вдруг у нас Бавария на этой косе? В общем, нет это тем более и Баварии. Название осталось, завода нет того, который там был. То есть считать социалистами с этого времени никого. Например, этот же самый... То есть 6 человек на всю Европу? Да, 5 человек на всю Европу. 6, надо считать. Да, вот это и был страшный кризис. Если вот историю этого дела вы почитаете, это вот был страшный кризис и провал всего второго интернационала. Это гибель второго интернационала. И поэтому заново создавался третий интернационал на тех принципах, которые прогласил Ленин и, так сказать, большевики. Поэтому, поскольку они единственные выступали с риском для себя и для всех своих товарищей, что мы за поражение правительства империалистического своего. Не вашего правительства, а нашего правительства. Ну, да. Я имею в виду, что вот эсеры и меньшевики, которые сидели в учредительном собрании, да? Да. Среди них сидели те депутаты, которые голосовали, видимо, еще в Государственной Думе за военные кредиты? В Государственной Думе они голосовали за военные кредиты все. Я те, кто не голосовали, я вам всех назвал поименно. Так, может, вообще другие люди уже были там, которые там проголосовали, они в момент учредительного собрания совершенно другие. Речь не о людях уже, идет о партиях. Это представители партии, парламентских представители партии, которые действовали от партии. Партии, все эти партии изменили природе своей партии. Вот, например, есть такое высказывание у Ленина. Вы знаете, что во французском парламенте были жерисисты и гедесисты. Жюль Гет был, левых представлял, а Жерес – правых. И вот, значит, у Ленина есть такое высказывание. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда. За исключением его измены в 2014 году. То есть нельзя предъявить никаких требований. То есть, но встал вопрос, или вы будете продолжать и пойдете на каторгу, как Карл Липкнехт, или вы развернетесь на 180 градусов и пойдете в правительство. Английский депутат, пожалуйста, тоже попал. А? Английский депутат тоже попал. А он не английский депутат, а английский учитель был Маклин.
Он известен был своими выступлениями против войны. А, он не депутатом просто не выступал? Нет, он уже депутатом не был. Вот и все. То есть там вот это был вот кризис. Ну, он очень напоминает тот, кто вот берет эти годы перестройки. Посмотрите, сколько было секретарей парткомов, членов обкомов, Центрального комитета. И вдруг они перевернулись и стали прямо противоположные делать. Верующими они стали. Ну, это мелочь еще верующими. Они стали коммунисты, стали антикоммунистами в одночасье. Вы верите в это? Как же это получается? Как, скажем, например, в лоне церкви не очень уважают этих попов, растриг, которые, значит, были верующими, а потом они отказались. Им не доверяют, естественно. Я вот был в «Люди России», у меня там был товарищ, что он там, он, значит, ну, пожилой человек достаточно, он работал в каком-то порту, в общем, еще в советское время. И когда случилось ГКЧП, он, ну, на лестнице увидел людей, которые шли в партийную организацию платить взносы или что-то такое. Там очередь стояла, и все глаза отводили. Как экстренно рассказывал. И кто через на лестнице выстроилась. Да. Да. Я это наблюдал изнутри. Здесь такие процессы интересные были, потому что я был в 90-91 году. От Выборгского райкома, района, от Выборгского района, тогда были выборы по округам, такое новое было. Вот, да, в областном комитете. И вот я поставил на голосование, поскольку... Просто Горбачева, да? Да, 17 человек только. 17. И вот из всех секретарей... Из 200, да? Примерно. И поскольку я знал примерно, так сказать, всех крупнейших там, секретарей партийных организаций, должен сказать, что вот, скажем, секретари обкома пошли в банки... советниками, не директорами заводов, там, ну, не рабочими, само собой. Вот. А я могу перечислить тех людей, которые, так сказать, остались в коммунистическом движении. Ну, или в новых коммунистических партиях. Это Тюлькин Виктор Аркадьевич, секретарь парткома «Авангарда», Терентьев Юрий Григорьевич, секретарь парткома «Арсенала», Галиндухина, секретарь по идеологии, Галина, секретарь по идеологии Красногвардейского райкома партии, где секретарем была в свое время там, Матвиенко. И все. Вот и все. И все. И все. И больше никого. Или, скажем, вот директор нашего университета марксизма-ленинизма ленинградского, горкома и обкома партии, товарищ, он теперь он стал учредителем Талион-клуба. Вот там, видели, какой самый шикарный Талион-клуб? Верный диалог. Да, то есть я хочу сказать, что вот, ну, поскольку мне это приходилось наблюдать вот в 90-е годы, я не удивляюсь тому, что происходило в 14-м году, когда я не жил. Просто это вот... То есть неудивительно. То есть если бы я не видел этого, как вот происходит, вдруг как все в одночасье разворачиваются на 180 градусов, то это было бы удивительно. Хотя вот те, которые туда-сюда разворачиваются, они долго не живут. Как известно. Знаете, когда внутренний стержень туда-сюда... Эти живут что-то долго уже. Это да не ведь сказать. Не сказать. Я знаю очень многих уже, которые покинули этот мир по той простой причине, что а они... А кажут... физически долго не живут? Да, нет, класс, они не живут долго просто в физическом, потому что они ведь каждый день встают и думают, а какие сегодня принципы? За что сегодня я борюсь? Это сложная проблема. Ну вот, я на этом не буду больше останавливаться, на этой всех подробностях. Я хотел бы только отметить один только момент. Это очень интересный вопрос, потому что, например, да, это интересно. Меньшевики, это... Нам интересен вопрос другой, что такое советы? Вот на чем мы должны остановиться. Не забыть, вот что такое советы. То есть советы потому могли из меньшевистских и эсеровских превратиться в большевистские, потому что само устройство советов это позволяло. То есть вот мы... выдвигаем других, и все. И они туда выбираем. И они становятся депутатами этого совета. А те, кто раньше были, отзываются. Парламентская система это исключает. Даже если где-то провозглашено, это невозможно. Практически. Позвать. Невозможно. То есть, вот пока не будет новых выборов, будет сидеть. И вот в таком виде советы, которые советы просуществовали у нас в СССР до какого года? Нет. Ну вот еще был один эпизод столкновения двух систем власти. Ну, во-первых, в самом Петрограде были две системы власти. Это было двоевластие. Временное правительство говорит вот это делать, а Петроградский совет говорит это не делать. Петроградский совет вот это делать. Потому что временное правительство пыталось вывести войска
из Петрограда, убрать, так сказать, «Аврору» на место, ну ничего из этого не было. Развести мосты, мосты свели, закрыть типографию, типографию открыли. Поэтому ничего вообще не удалось. То есть временное правительство решило подтянуть к себе какие-то войска, которые будут охранять, и сумело подтянуть женский батальон и кадетов. И, естественно, никто с ними не воевал, и они никуда не стреляли. Поэтому вот, то, что вот произошло в октябре 17 года, надо рассматривать совсем с другой стороны. Но то, что тут произошло, вы говорите, путч, это не путч. Это вариант. Есть такая версия. Как вариант. Есть такая версия, да, я не спорю. Это не путч по той простой причине, что уже до этого было двое власти. И поэтому реальная власть прямо на глазах переходила, и, скажем, перед Лениным была проблема другая. Как не сделать так, чтобы второй съезд Советов собирается, второй, и он, вот этот съезд Советов, может быть органом власти, поскольку он представляет всю Россию. А если вот к этому моменту не будет низложено временное правительство, то этот вопрос о том, захочет Совет брать или брать власть или не брать, он вообще не стоит. И разъедутся депутаты Второго съезда Советов, и останется, что вот то, что вы сказали, путч Петроградского Совета, и все. А почему он должен рассматриваться как орган власти для всей страны? Поэтому вот когда говорят, вот Ленин говорил, вчера было еще рано, завтра будет поздно, имелось в виду, что вчера еще не приехал, не собрался Петроград, Второй съезд Советов. А Первый съезд Советов был у нас вот тут рядышком, на Кадетской линии, который долгое время называлась Съездовской, проходил Первый съезд Советов. Я был в этом зале, зал очень хороший, он сейчас находится в нашей вот Академии тыла и транспорта в распоряжении. На Съездовской линии, в красном, вот в красно-белом здании. Каков месяц, Михаил? А? Лету? Да. И этот съезд отмечен тем, что там выступавший меньшевик говорил, что сейчас нет такой партии, которая может взять власть. А Ленин там где-то в задних рядах сидел и говорит, есть такая партия. И вот это, так сказать, уже это многие слышали и знают, что было на этом Первом съезде Советов. Но этот Первый съезд Советов-то никакой не большевистский, там преобладали на этом Первом съезде Советов меньшевики и эсеры. Если этот Первый съезд Советов взял бы тогда власть, никакой бы, так сказать, власти социалистической бы не было. Поэтому весь вопрос был в том, как вот соединить, совместить вот здесь вот это вот переход от двоевластия к единовластию, но, так сказать, с передачей власти этому самому съезду Совета, второму. А второй съезд Советов в Смольном уже собрался, он уже там сидел, а в это время товарищ Ленин сидел где? На Ланской, в доме, в квартире Фофановой. И он ночью с одним рабочим путешествовал туда. И когда изображают это, как действует эту революцию, как и дело там только одного Ленина, то это, конечно, вообще довольно странно, потому что его все время преследовали, он то был в разливе, то он вот там писал записки издалека и все убеждал, как надо действовать. Большевики действовали не как путчисты. Во-первых, они летом собрали съезд шестой. Вы можете пойти на экскурсию на улицу Ивана Черных, это за ДК Горького, сразу, там музей. В этом здании проходил шестой съезд, на котором рассматривался вопрос о вооруженном восстании. И с докладом о вооруженном восстании на этом съезде выступал товарищ Сталин. Затем вы можете поехать в Выборгский район от площади Мужества. От нее одна остановочка, улица Болотная. В Москве своя Болотная, у нас своя Болотная. Я там вот недалеко живу, от меня две остановки. На улице Болотной стоит деревянное здание, очень красивое, резное, которое очень охраняется государством. Там проходило заседание Центрального комитета, второе заседание, посвященное вопросу о вооруженном восстании. И на этом... Рима садит, ну сейчас у меня лекция, можно я вам перезвоню после лекции? Да, отлично, спасибо. Отлично, спасибо, ага. Так вот, один раз обсуждался после этого, потом второй раз обсуждался вопрос. Вот именно там Каменев и
Зиновьев выступили против. То есть это не то, как раз обсуждался вопрос поднятия мятежа. Как путчи не делаются. Путчи это какой захватывается узкой группой военных. Вот Гитлер там может со своими товарищами на СДП там. Гитлера никакого путча не было. Гитлер демократическим. Там никакой не путч. Гитлер демократическим путем получил власть. Какой же путь? Не надо себя тут в этом смысле. Дело ведь здесь не в том. Ни одной перемены власти без оружия не бывает. Нет, просто там была. Гитлер пришел через демократические, да, институты. Да, но... Как бы да, это поэтому да, можно да. Потом говорить. А вот открыто террористический. Пытался это захватить власть вооруженным путем. Ну, когда пытался, да, так и не удалось же. Ну не удалось, да. Ну, значит, он пошел правильным путем, пошел демократическим. И вот большевики действовали очень демократично. Они собрали самый демократичный орган Совета, съезд Советов. И от съезда Советов Петроградский Совет передал власть, поскольку временное правительство даже и не сопротивлялось. Оно, в общем, двоевластие закончилось, просто само закончилось. Ну вот я вам расклад показываю. Никто, кроме кадетов и женского батальона, его не защищал. Поэтому ни о каком сопротивлении там, стрельбе там и так далее, там не о чем было говорить. Хотя, конечно, эти отряды, которые пришли в Зимний дворец, были вооружены, безусловно. Иначе никогда не бывает. То есть мирная революция может быть, но невооруженная революция не может быть. Невооруженная революция была вот в Чили, она закончилась фашизмом. Сначала было голосование, там Альенде победил, писал здесь, что вот у нас социализм без диктатуры пролетариата, был журнал за рубежом, так красно было написано. Хотя это в общем, в корне противоречит вообще самому учению, так сказать, коммунистическому, социалистическому. Никакого социализма без диктатуры пролетариата не бывает. Но это было вот с точки зрения Альенде. Он там должен был вооружить рабочих, он их не вооружил. То есть он, так сказать, пока доводил до конца буржуазную революцию, отнимал землю у помещиков чилийских. Он это доводил до конца буржуазную революцию. Когда он задачу закончил делать, так сказать, его раз, убрали и установили там фашистскую диктатуру пиночетовскую. А диктатура фашистская – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Двойные стандарты. Выходит, что никаких стандартов. Большевики совершают такой мятеж? Большевики никогда не были ставленниками финансового капитала. Ну вот из-за этого только, да? Да не только, это самое главное. Мы же с вами говорили о том, что надо брать в основу экономические интересы. А экономические интересы, чтобы взять, надо взять класс. А класс – это положение в производстве. Положение в производстве рабочего класса и буржуазии противоположно. Финансовый капитал – это что такое? Это банковский, сросшийся с промышленным. Это такой уровень уже развития капитализма, когда не только есть банки и не только есть промышленность, а когда уже банки срослись с промышленностью и верховодят ими, и вот это. И этот банковский, сросшийся с промышленным, был в Англии, был в Соединенных Штатах Америки, но и на том основании, что есть финансовый капитал, не следует, что власть будет в этой стране фашистская. Из этого следует, что здесь может быть фашистская, а может не быть. Так вот, она в Соединенных Штатах Америки и в Англии не была фашистской. Наоборот, они были союзниками СССР в борьбе с фашизмом. Поэтому тут не надо тут примитивно так рассуждать. То есть наличие финансового капитала – это является непременной предпосылкой, обязательной предпосылкой существования фашизма, но фашизма может и не быть. Более того, вот вся история Второй мировой войны и послевоенное развитие, и нынешнее показывает, что самая удобная форма существования буржуазной власти или власти диктатуры буржуазии – это парламентская республика. Голосование всеобщее, потому что точно гарантия стопроцентная, что если выборы будут честные, прозрачные и всем понятные, победит кто? Буржуазия победит. Почему? Почему сейчас они не такие тогда, если буржуазия победит? Сейчас они такие. Сейчас выборы они прозрачные. Конечно. Что-то даже юрны были прозрачные. Вам специально, Владимир Владимирович, сделать прозрачные. Да, я как участник, как бы, я... Ну, а что тут непрозрачно? А что тут непрозрачно? Муниципальным депутатом. Ну сравнили муниципальные. Нет, я работал на выборах. Муниципальные власти... Членом комиссии с права решающего голоса. Муниципальные власти играют большую роль. Вот тот дом, про который я говорил на Болотной, там Калинин был муниципальной властью, он того мог предоставить дом. Распоряжение. Больше для политики это никакую роль сыграть не может, потому что муниципальная власть, говорил Ленин, это лужение умывальников. Вот это на этом уровне вас могут допустить, там бейтесь, сражайтесь, там, потом занимайтесь канализацией, водопроводом, газонами и так далее, парковками. Это вещь нужная, но она политической роли не играет. И даже само государство выделило
оно считает, хотя это неправильно, нынешнее государство выделило так, что если это вот органы государственной власти, включая законодательные собрания, городские, областные, субъектов федерации, а это муниципальные, это не государственные, хотя на самом деле они содержатся за счет государственных средств, поэтому это игра. Конечно, это тоже государство, но это окончание, так сказать, государственное, которое занимается хозяйственными делами. И поэтому они, особенно политической роли, не играют. И не играли никогда. Ну, так Дума-то играет. А? Дума-то играет. Дума-то не муниципальным образом. Ну, я понимаю. Не это, муниципальным. Я работал в выборах и думских, и могу вам лично сказать, что я вот сдал в полицию троих карусельщиков. Мой товарищ Андрей Давыдов избирался, значит, в Колпино. Ну, я могу вам ответить только тем, что я тоже участвовал в выборах. Я был кандидатом в народный депутат СССР по национально-территориальному Ленинградскому округу. Весь Ленинград туда входил. Раз. И было у нас 35 таких кандидатов. Так потому что не фальсифицировали, сейчас не фальсифицируют. Просто мы просто касался того, зачем-то буржуазия фальсифицирует выборы, если так. Не буржуазия их фальсифицирует. Фальсифицируют те люди, которые хотят получить соответствующие местечки. Буржуазии это не надо. Потому что буржуазия гарантированно получит большинство. Еще раз повторяю, почему. Если буржуазия знает исторический материализм. Исторический материализм гласит, что? Наша буржуазия должна его знать. Ну вот наша знает. А что она значит? Что гласит исторический материализм? Что? Господствующая идеология, есть идеология господствующего класса. Так или не так? Значит, если в обществе господствует сейчас, какой класс у нас в России? Ну какой класс? Рабочий? Крестьяне? Буржуазия? Так они не буржуазия, это уже в полном смысле этого слова. В полном. Это люди, которые живут за счет наемного труда работников, как в полном. Другое дело, что есть промышленные буржуазии, есть торговые. А есть уже такая буржуазия, которая приносит доход. Не столько она его создает, сколько она его, так сказать, забирает у другой буржуазии. Вот вы, допустим, промышленной буржуазии, вот, а для того, чтобы вы пошли ко мне за тем, зачем, и я от вас это забрал. Так вот, поскольку буржуазная идеология у нас господствует в обществе, то когда люди голосуют, они руководствуются чем? Идеологией, а не каким-то другим соображением. Если у меня у большинства идеологии буржуазная, значит, у рабочих в головах какие идеи? Пролетарские или буржуазные? Скажите мне, вот вы говорили, я знал, был на выборах. Ну какая у них идеология у рабочих? Ну, буржуазная. Ну все, спасибо. Буржуазная идеология у рабочих. А вы что хотите получить? Вы получите в любом случае другое дело, что для разных представителей буржуазии или там около буржуазии всяких личностей важно использовать муниципальную власть, потому что они за счет этого делают там свой гешефт, они делают какие-то там, значит, устанавливают все свои ларьки, свои магазины, воруют просто деньги, которые распределяют, а потом у них есть помещение с телефоном, они могут не просто воровать, они могут заниматься этой антигосударственной деятельностью непосредственно вроде под видом муниципальной власти, так сказать. Поэтому бороться нужно с этими нечестными выборами ради интересов буржуазии в целом. Вот буржуазия в целом заинтересована, потому что из-за этой возни только подрывается ее власть. Потому что если будет все честно, то кто победит? Буржуазия победит. Тем более у нас есть, так сказать, три политических партии, чисто буржуазные. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Трехглавый такой дракон. Если вы одну, значит, КПРФ, голову... КПРФ, конечно, нет. Конечно, нет. КПРФ мелкобуржуазная, конечно. Ну а как? Она же выражает интересы и трудящихся, и капиталистов, и тех, и других. Так она за мелкий бизнес. В программе тоже выражает интересы трудящихся. Кто? Справедливая Россия, если считать. Не надо. Не надо. Вы не видели. Вы там находились, но вы не найдете эту программу этой партии. Вы как не программа. У меня была программа, я был устав. Не надо, вы не очень. Не... Да? Принесите, я не раз. Я не могу найти ее. Я видел. Вы не раз. Только вы не путайтесь с предвыборной программой. Нет, программа как полная программа партии. Партия именно. Партия. Не видел. Принесите, пожалуйста. Ну, хорошо. Принесите. Очень. В следующий раз принесите, я вам сразу найду, где видно, что она буржуазная. Хорошо? Потому что я читал... Ну, можно мелкобуржуазная? Я вот про это говорю. Нет, не писать. Мелкобуржуазная, буржуазная. Никакая не мелко. Значит, но этой программе партии, если вы ее принесете, если она есть, я... То, что она есть, я могу сказать вам точно, потому что согласно закону о партиях, значит, в российской газете должны быть опубликованы программы обязательно для регистрации партии. Причем там выделено количество знаков, которые то, что вы имеете в виду, туда никак там не влезает. Там 70 страниц, если я не ошибаюсь. Ну, а я вам хочу сказать, я опубликовал, я был секретарем партии труда, вот здесь профсоюзный. Мы это опубликовали, я эту программу писал для партии труда. Там требуется вот только кусок написать, больше вам никто не опубликует.
по закону. Поэтому то, что они там написали программу, это уже, так сказать, где-то за рамками, поэтому, может, для пропаганды. Это раз. И во-вторых, программа предвыборная, вот на последних выборах, когда выходила «Справедливая Россия», они напечатали большим очень многомиллионным тиражом предвыборную программу. И вот мне ее принесли, вот Владимир Владимирович мне принес, и другие приносили. Я говорю, а вы читали, там мелким шрифтом написано «проект». И вот проект всем раздавали, а потом, когда это не будет выполняться, им придут и скажут, вот вы же написано, говорит, а вы видели слово «проект»? Я не видел ни одного документа от «Справедливой России», публично раздаваемого, где бы не стояло проект, а стояла бы даже предвыборная программа, не проект, а утвержденная на каким-то органом. Но если вы мне покажете, я буду очень вам благодарен. Очень вам благодарен. Я вышел оттуда. Значит, ну поскольку многомиллионная эта предвыборная программа была, вот она, сказать, распространялась официально этой, сказать, представителем этой партии, то я думаю, она находится в соответствии. Вот она соответствует тому, сказать, чем живет и как дышит. Там всякие, сказать, есть хорошие и правильные слова, но, конечно, основное направление, особенно в области экономической. Конечно, она буржуазная в чистом виде. В области экономической, это самое главное. Ну, а всякие красивые вещи, что мы за все лучшее и хорошее против всего плохого и худшего, это есть во всех программах. Так что это ничего удивительного нет. Скажем, скажите лучше мне другое, вот как политик. А у нас же политический подход сейчас, да? Вы видели какой-нибудь вопрос спорный в Думе, по которому «Справедливая Россия» разошлась бы с «Единой»? Вот вы с нами согласились, что «Единая Россия» – это буржуазная партия. Хорошо. А вы видели хоть один случай, когда бы в Думе при голосовании по какому-нибудь вопросу «Справедливая Россия» проголосовала бы не так, как… А за последнее время или в принципе? В принципе. В принципе, думаю, такие случаи были однозначно. Ну и хоть один назовите, в принципе, какой-нибудь важный, не пустяковый. А, не пустяковый. Да, не пустяковый, а важный. Ни по одному важному вопросу не найдете. То же самое. Что есть важные вопросы? То же, конечно, есть принципиальные вопросы, коренные, там, связанные с интересами буржуазии. А есть, так сказать, такие пустяковые, так сказать. Вот, скажем, товарищ Жириновский, он же как он с Немцовым воевал, и берет, так сказать, наливает в лицо. Какая ответственность у меня, если вам в лицо плесну сейчас? Ну, хулиганство, наверное, мелкое. Да вы замучаетесь ходить. Я скажу, я вижу, человек. Все снимают. Да, все снимают. Я вот для съемки и говорю. Я вижу, человек со мной спрыгнул, смотрю, выглядит плохо, сейчас у него станет плохо, упадет. Я раз ему. А он посчитал это хулиганство. Правда же, я старался это ему помочь? Ну. Эх, товарищ. Это же вопрос политический. Тем более Жириновский у нас защищен чем? Неприкосновенно. Ну, так о чем говорить. Поэтому это все-то цирк был. Но как только что-то голосуется, вы видели, что по какому-нибудь принципиальному вопросу партия Жириновского проголосовала? Нет, это все ясно, это вообще спойлер власти. Ну и со «Справедливой России» тоже самое. Сейчас уже, да, я согласен, в данный момент. Да. И раньше. Да, раньше не было так однозначно. Ну, найдите, попробуйте вспомнить. Покопаться в своей голове, в опыте своем, и вспомнить какой-то принципиальный вопрос, по которому «Справедливая Россия» разошлась бы с «Единой». И бюджету? Ну, это, если там вот туда копейки, сюда копейки, да ладно. Ну, все равно принципиальный вопрос – бюджет. И что она, в чем разошлась-то? Не голосовала за бюджет предложенный, например. Ну, что за него голосовать? Там, когда, это же не тот случай, когда от ее голосования ничего не зависит. И когда можно показать, что я против. Дмитриева постоянно это им же нужно представляет каждый ну, вот, год. Ну, Дмитриева видно, как только, значит, она вот не избрана, уже не надо против Чубайса выступать. До выборов не надо выступать и после выборов. А против Чубайса надо выступать только во время выборов. Вы не замечаете это, нет? Этот цирк. А Дмитриева не была в правительстве у Ельцина? Ну, она только месяц работала или месяц? А? Недолгое время. Ну, она же работала. И что, думаете, взяли ради... Вот в то время, когда у нас тут американские советники были, как сейчас на Украине, сидели в правительстве, она туда пошла. Или вот, допустим, Горячего называют левой. Помните, говорили, Горячего, Светлана Горячего. Светлана Горячего выступила против Ельцина, потому что он не стал повышать цены в свое время. А она принципиально настаивала на повышение цен. Это никто не помнит. То есть это не такой простой вопрос. Но нам надо вот не зациклиться на этом, потому что это вот иногда люди начинают, человек вот интересно это в подробностях разбирать, а потом здесь можно рассматривать бесконечно. Надо здесь видеть, что образовалась другая, принципиально другая система власти. Вот смотрите, в один и тот же год, в 17 году, две системы выборов проходили. Одна парламентским путем по территории, там победили эсеры-меньшевики, другая
по принципам избрания трудовых коллективов. И тут победа состоялась в войсках Северного фронта в Москве и Петрограде. Вот и все. И вот Ленин в этой работе «Выборы учредительные собрания и диктатуры пролетариата», том 40-й, пишет, что ну а деревня, она всегда идет за городом, она и пойдет за городом. Значит, мы берем, мы не сумасшедшие, мы понимаем, что если мы нашу власть не поддержит большинство народа, она обречена. Значит, мы берем власть и используем ее для привлечения на свою сторону большинства народа. Как и делает правящая власть? Она же с помощью этой власти привлекает на свою сторону большинство народа. Вот и мы тоже берем ее и сразу мир делаем народом. Кто предложил выход из империалистического? Никто, кроме большевиков. Никто. Единственный из всех, вот они были за поражение своего правительства, и вот они единственные, кто предложили прекратить войну. И пошли на самый унизительный для России даже мир. А тот самый Брестский мир, в конце концов. Раз. А потом мы знали, что будет революция в Германии, все отменим, и отменили. Это раз. Второе. Значит, фабрики рабочим, землю крестьянам, причем реализовали эсеровскую программу. В ней ничего социалистического нет. Коммунистическая программа состояла в том, чтобы отрезки отдать и обобществлять производство, коллективизация. А в этой программе, которую реализовали большевики, там ничего социалистического в принципе нет. То есть большевики понимали, что мы вот землю... И разъясняли крестьянам, мы идем вам навстречу, мы вас сейчас разделим по едокам. Сколько у вас? 5 едоков? 5 частей? 4? 4 части. 9 частей между вами делим. Через какое-то время, к 28-му году, у нас образовалось такое же количество кулаков, как было до 17-го года, 6%. И бедняков, соответственно. Ничего такого нового тут не появилось. Поэтому таким путем, как говорится, не вылезешь из этой самой нищеты. Снова это все вернется. Но крестьянство требовало, а в крестьянской стране нельзя было идти иначе. Поэтому большевики получили большинство. На этом мы экскурс в историю заканчиваем и констатируем, что принцип избрания... Значит, что касается учредительного собрания, то, как говорится, оно не согласилось признать Советы более высокой формой демократии, поэтому... Как говорится, большевики предоставили их самим себе, а поскольку у них никакой власти не было, они и отпали. То есть никто их пальцем не тронул, и мы скорбим по убиенным, поскольку убил их Колчак. Ну, не сам лично Колчак выходил, а по распоряжению. Итак, что же получилось с советами? Советы дальше существовать стали как главная форма организации власти. И вот эта форма организации власти просуществовала до какого года? Конституция. Не подсказывайте. Подсказчики – это вообще враги студентов и слушателей. 24-го? Нет. Значит, во-первых, надо сказать, что никакого такого очень ясного и яркого закрепления это не получило в Конституции. Потому что в Конституции было написано, что в городах и выборы проходят один депутат Совета от 25 тысяч избирателей, а в деревнях один депутат Совета от 125 жителей. И вот формулировку я вам точную дал. Для деревней, деревни применен принцип или слово «жители», а для городов – избиратели. То есть вот эта конституционная формулировка позволяла избирать по фабрикам и заводам, а не от жителей. А в деревнях жители совпадали с работниками соответствующими. Но впрямую не было записано. Было записано в программе большевиков. Было записано, что основной избирательной единицей в программе, которая была принята на 8-м съезде в 1919 году. Основной избирательной единицей, основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, а производственная единица – завод-фабрика. Еще раз, основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальная единица, а производственная единица, завод, фабрика. Это вы можете найти, взять вот 38-й том полного собрания сочинений, поскольку это программа партии, она не выдана как произведение Ленина, хотя Ленин в основном ее написал. Она в приложениях к ленинскому тому приложена. И это вот тот документ, с которым вот Ленин выступал. И он с этим выступал на Первом конгрессе Коминтерна. И там тоже, в речи на Первом конгрессе Коминтерна, это тоже сказано. В чем особенность советской власти?
И надо сказать, что вот это обстоятельство, к сожалению, в том числе и теоретиками партийными, в том числе и достаточно крупными, не усвоено было. А именно, значит, почему-то думают, что... Села батарейка, Михаил. Есть Волгоградский совет, это законодательный орган власти, территориальный. Есть Совет Федерации, это высшая палата Федерального собрания Российской Федерации. Так что в известном смысле, если за совет брать и считать это советом, вот так называемый или так названный орган, это у нас, конечно, советская власть, потому что Дума может что угодно нарешать, а потом пойдет этот Совет Федерации. Вот тот совет, если не утвердит, то закон не пройдет. Дальше. А еще есть Государственный совет. А еще есть Совет Безопасности, который собирается для решения очень важных вопросов государственной безопасности, который возглавляет президент. Так что уж если так вот мы пойдем, то мы областные, городские, центральный комитет, нигде нет большинства рабочих. Хотя в одном из последних писем своих Ленин советовал, чтобы ввести в Центральный комитет, там, скажем, 100 рабочих, только не таких рабочих, которые прошли длинную советскую школу и обюрократились, то есть когда-то были, вышли мы все из рабочих, а которые непосредственно работали рабочими и были бы в Центральном комитете. Вот эта, так сказать, норма не была осуществлена. Но мы сейчас говорим не об этом, мы сейчас говорим о том, что Советы в 1936 году закончили свое существование в СССР, поскольку избирались не от фабрик и заводов, не по производственным единицам, и уже отозвать было невозможно. Что это означало? Значит, если отозвать было невозможно, то это означало, что всякие, так сказать, такие спонтанные перевыборы снизу исключались. А раз они исключались, то все, чем дальше, тем больше, выборы в Советы больше превращались в праздник, а реальные, так сказать, избрания было в орготделах, обкомов, горкомов и в Центральном комитете партии. То есть власть забрандовела так? Столько женщин, столько мужчин, столько этих и так далее. Я, правда, считал, сколько рабочих и крестьян, но никогда, там поскольку давали специальности, никогда тоже большинства, вот в то время, когда вот я вот это считал, не было. Значит, как к этому относиться? Интересно, что Сталин в книге «Вопросы ленинизма», я смотрел 11-е издание, там он цитирует это программное положение, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод-фабрика, но на практике это уже не было. Для того, чтобы можно было обеспечить вот этот отзыв, система советов была ступенчатой, а не прямой. У нас расхваливают и раскрашивают, как было здорово такая демократия, когда вот прямые выборы. А что такое прямые? Прямые – это значит 1 от 1,5 миллиона, прямо в Верховный Совет. Вы можете собрать 1,5 миллиона, чтобы отозвать этого одного? Ни за что. Это невозможно. Это значит, эти выборы уже кто-то выбрал, а остается вот еще этим 1,5 миллионам проголосовать. То есть это предполагает вот некую надстройку, которая этим всем процессом управляет и которая не способствует очищению государственного аппарата от бюрократов, от карьеристов и так далее. Значит, а система, которая была сформирована, советов изначально, она выглядела ступенчатым образом. Значит, Кировский завод, например, имел 4 депутатов в городском совете. А городские там, и областные советы созывали съезд советов. Скажем, если этого человека больше не посылаем, мы на съезд советов, его там и нет. Хотя и там было некоторое изъятие, что вот с этого уровня можно было на съезд советов по решению городского совета послать кого-то другого, а не из тех, которых послали с завода. Хотя это никого не ограничивало. Например, пожалуйста, если вы считаете, что какой-то человек достоин быть там, членом Верховного совета, вот пусть он на этом заводе выступит сначала, на этом заводе. Потом он пусть выступит на
там, где будет на городском совете, и если его и там берут, он попадет. Но если его отзовут из городского совета, он тогда автоматически вылетает из, со съезда советов. Раз он вылетает из съезда советов, он, если он попал в Центральный исполнительный комитет съезда советов, и оттуда он вылетает. А правительство вообще не избирается, а правительство назначается съездом советов или Центральным исполнительным комитетом. Поэтому правительство – это наемные рабы. Там могут все быть одни, так сказать, сплошные интеллигенты, специалисты своего дела. Они вовсе не те, от которых требуется связь со своим классом, прежде всего. Вот такая картина. И эта вся картина была порушена. И, к сожалению, до этого это вот такой принцип формирования советов, который был изначально взят и отвечал природе вообще советов, он был закреплен только в инструкции по выборам. Там это все расписано, как избирать. Сколько процентов считается, чтобы если чтобы люди пришли, чтобы выборы были действительны, там около 33% и так далее. А на уровне закона о выборах или на уровне Конституции это было не закреплено. Закреплено обратное в Конституции 1936 года. Значит, с 1936 года происходило заражение, очень быстрое заражение государственного аппарата. И вот мне как-то в Таврическом дворце пришлось читать лекцию для руководителей Совета всего Северо-Запада. Ну, я мог просто спросить, вот вы знаете случай у отзыва депутатов после 1936 года? Ни одного. До 1936 года по Нижегородской области было 300 депутатов отозвано. До 1936. По одной Нижегородской области. И вот представьте себе 50 лет существования государственного аппарата, когда в органы, которые принимают решения о законах, люди попадают, но не могут быть отозваны. И это привело, так сказать, вот к такому всеобщему заражению государственного аппарата. Дело не в том, что вот так Горбачев такой-сякой плохой. Таких Горбачевых было на всех уровнях, и они все один однотипные, которые думают о своей карьере, и которые сейчас продолжают также думать о своей карьере, поскольку сейчас-то впрямую проглашен принцип, что главное сейчас интересы какие? Если я принципиальный человек, я чьи интересы должен удовлетворять? Личные или общественные? Если я принципиальный? Общественные. Не надо, я знаю, где я живу. Если я принципиальный, в буржуазном обществе живу, и конверт я видел почтовый, там написано сначала это имя, фамилия, потом уже улица, потом город, потом страна. Уже на конверте это все написано. Главное сейчас приоритет каких интересов? В буржуазном обществе приоритет каких интересов главный? Личных, конечно, если я предприниматель, о чем я должен думать? Думать, как набрать себе больше денег, я и думаю. А если вы профессор? Ну, я тоже должен думать, если я профессор, как набрать больше денег, только особенно не наберешь у нас. Взятки вы не дадите, даже если я их буду требовать. То есть, и потом я, может быть, с точки зрения буржуазного, так сказать, общества беспринципный, потому что я вот еще, я дело в том, что я успел, так сказать, испортить все дело, и в докторской своей прогласил приоритет общественных интересов. И докторскую эту ее утвердили. А мне дали в буржуазное время, в 95-м году, профессора по кафедре экономики и права. Поэтому я так неизгоняемая у меня точка зрения. Она признанная. Наоборот, я могу вам заключение написать и подписать профессора по кафедре экономики и права, буржуазный. В 95-м году. Общество и демократия, автоматическое общество. Вот, демократия. Да, демократия. Почему невозможно? Именно только она и возможна. Если бы, наоборот, другое мнение, там, что главный интерес... Демократия, дорогой товарищ, есть форма диктатуры. Очень даже возможно. Очень даже возможно. Таким образом, вот что мы получаем. Мы получаем, что система очень сильно изменилась по форме, а форма содержательна. Что осталось по содержанию? Осталось выдвижение от заводских коллективов, от фабрик и заводов. То есть не мог пойти человек просто так, неизвестно откуда, и раз, или самовыдвиженец. Вот такое, как вот сейчас практикуется, я вот решил выдвинуться. Видите, у меня уже карманы стали оттопыриваться, я решил выдвинуться. Вы же знаете, что без никому не оттопыриться, нечего и с места идти. Что нужно 3 миллиона долларов для того, чтобы пройти в Думу. Да больше сейчас. А больше это у нас в Санкт-Петербургское законодательное собрание. Законодательное собрание нужно где-то миллион.
евро, наверное, чтобы пройти, как хоть, чтобы какую-то компанию организовать, не то, чтобы пройти. Да, да. А чтобы пройти, вот говорят, больше. Ну, это мы точно не знаем, как говорится, это покрыто. Больше. Да, это больше. Только не будем на этом акцентировать внимание. То, во всяком случае, для выбранной кампании нужны средства. И если выиграл не Маккейн, а Обама, то значит Обама собрал больше средств. Ну, он также граждан собирал, не только там с крупных бизнесменов. Да, ну вот собрали с него. А граждане же тоже буржуазно настроены. Почему бы не собрали? Ну, не только больше средств. Просто Маккейн как личность, может, не такой симпатичный был на то время. Там же еще и такой фактор есть, не только финансовый. Если у меня больше средств, чем у меня, мое лицо будет более симпатичное, выше висеть и цветное, а ваше будет черное, и мы срывать его будем. Так вот, например, и на меня будут люди выделенные с деньгами, которые будут ходить, и все ваши изображения симпатичные срывать. А мои, которые требуют большую лестницу, будут висеть. Вы что, не участвовали в выборах фальших? Это очень просто делается. Все так и проходят и снимают. Это вешают свое. Вон, товарищ. А у вас просто снимали свои вешали. А? На наших выборах я участвовал просто. Значит, вам не хватало денег. Нет, нам-то хватало, это им не хватало свое повесить. Они сдирали наши, а свои не вешали. Значит, им не хватало. Им не хватало, да. Ума не хватало, а было просто писать, что им какую-нибудь гадость там, вор. Ну, вы сами их сдирали, например. Да-да-да. Они просто их сдирали. Да-да-да. Вот, короче говоря, значит, вот поэтому, когда встает вопрос там о советах, во-первых, советы очень демократично образуются. Они образуются снизу, их сверху не создашь. Вот если вы захотите создать советы сейчас, ну как вы сделаете, создадите? Советы невозможно. Если сам народ к этому не созреет и не подвинется, ну как вы можете создать советы через фабрики и заводы? Да никак. То есть вот та или иная партия, может, в этом там участвовали в этом и эсеры, и меньшевики, и большевики, может как-то в этом процессе в той или иной мере участвовать, но надо понимать, чем это отличается от путча, что такие вот органы повсеместно, когда по всей России в 17 году, как грибы, вот были как бы грибы, колосовики в 1905 году. А тут пошли пластовики. По всей России стали создаваться советы, и там председателю совнаркома оставалось только писать, что вы там сами совет создавайте, сами все решайте и сами за все отвечайте. А потом уже налаживали. Еще декреты были, законов-то не было. Какие законы? Вы правы, что, конечно, законы все отброшены, старые. И с точки зрения старой законности это все незаконно. А с точки зрения новой законности, вот то, что было теперь незаконно. Но был такой переходный период, когда новых законов просто не было. Почему были декреты? И некоторые декреты такие были хорошие, что так и запомнили. Декретные деньги. Ушла в декрет. Что значит ушла в декрет? Как ушла в декрет? Это народовый отпуск, а он называется декрет. Вот как вот пошло это, так и вот закрепилось в народном сознании. Ну и понятно, что вот если то, что большевики декретом передали землю и разделили ее, это предопределило победу в гражданской войне. Интересно. И никто этих людей. Неужели вы думаете, что крестьяне мелкобуржуа полюбили большевиков? Они прямо их не любили и прямо говорили, что нам они не нравятся. Тем более они устроили продразверстку. Ну так и здесь вопрос возникает. А вот эти, вопросов не возникало, потому что когда приходил Деникин и вешал этих крестьян за то, что они эту землю стали запахивать, и вешал их, и отбирал обратно землю, вот этот крестьянин повернул. И те, которые были в Красной армии, стали лучше воевать, а те, которые были в Белой армии, стали перебегать к Красным или просто хуже воевать. И Красная армия хуже вооруженная, но не хуже оснащенная в смысле интеллектуальном, потому что царские генералы и офицеры пошли в Красную армию в большей мере, так сказать так, более высокого уровня в Красную, чем в Белую. И это связано было с тем, что вот это... Они рассуждали так, что это наше правительство, российское, это не наше. Это антанта. Это, во-первых, во-вторых, большевики платили. И платили не по принципам, как себе. Себе они устроили партмаксимум. Вот вам 500 рублей, остальное в партийную кассу. А вы беспартийный, получаете свои 1000 рублей. Все. Так и было. Но это тоже постепенно исчезло. И это тоже привело к дальнейшем заражению и разложению в партийном государственном аппарате. Что мы в итоге с вами установили? Мы с вами установили связь между забастовочной борьбой и созданием советов. А это, конечно, вопрос уже политический. Другое дело, что если эта забастовочная борьба никак не перерастает в какие-то органы, которые создаются через объединение советов, то она так и остается некой предпосылкой. Например, в Германии на сегодняшний день есть производственные советы на большинстве предприятий. Есть закон о производственных советах.
их не только образуют, но и их наделяют правом участвовать в обсуждении производственных вопросов, и заседания проводятся в рабочее время и оплачиваются по среднему участию в работе этих производственных советов. Но какой бы то ни было дальнейший шаг вот, к тому, чтобы они объединялись и какую-то вырабатывали общую позицию, то есть общую политику, он пресекается. В этом и разница. Поэтому это вот производственные советы, никаких советов не образуют. Потому что совет – это орган территориальный, но образованный по представительству от предприятий. А если есть просто органы на предприятиях, ну, это фабрично-заводские комитеты, не более того. Вот такая тут вещь. Поэтому, когда мы наблюдаем вот эти процессы, мы должны констатировать, что, конечно, вот такого какой-нибудь забастовки, единой и по плану, это редко когда бывает. А бывает просто больше или меньше размах забастовочной борьбы. Всякой революции, настоящей там широкой революции, в наше время буржуазной предшествует колоссальный размах забастовочной борьбы. Вы наблюдаете размах забастовочной борьбы? Я сейчас не наблюдаю даже фабрик и заводов особо. Вот и поэтому вопрос, как насущный вопрос, он этот вопрос не стоит. Но мы просто должны знать эту связь, разбираться в ней, чтобы и историю правильно понимать, и возможные перспективы, потому что не исключено, что какой-то подъем в этом отношении может быть, но он не может быть инициирован просто какой-то там партией. Это не тот случай, когда советы – это не… Именно потому, что это не органы верхушечные, это не такие органы, которые можно вот создать. Почему я приду к вам на завод, скажу, создавайте там это в обычном заводской комитете. Не получится. Это не получится. То есть это вот другое. Это форма, да, которая растет только снизу, но при помощи, конечно, даже цветы поливают. Вот вы их как партия поливаете, допустим, ваша партия их поливает, они растут лучше. А если их не поливать, они могут и закиснуть. Но если они вот сами не растут, то тут ничего же не поделаешь. Поливать можно то, что растет. А если вы будете просто землю пахать, а? То, что начало расти. Да, то, что начало расти. А если землю будем пахать с вами, да хоть пошить. Говорят, вот людям будет сейчас совсем тяжело, и они поднимутся. Да это ерунда. Те люди, которым сломают хребет, они никогда не поднимутся. То есть людей бросили в нищету, для этого делают. Да, деградируют, шоковая терапия, она приводит к тому, что вот, когда, вот, когда небольшой подъем цен, то значит тут были вот столкновения у нас, демонстрации в Ленинграде. А если в 100 раз? Все ха-ха-ха. Вот реакция. Что вам теперь повышение цен? Говорят, вот сейчас доллар растет. Да это мы этот доллар проходили. У нас при Гайдаре не такой был рост, правильно? Что такого нового? Кого-то сейчас этим убедить? Поэтому никто, особенно, скажем, то, что нынешняя либеральная буржуазия, оппозиция прикидывается, так сказать, что она, так сказать, оппозиция, они говорят, а сейчас никто не поднимется, никто не пойдет. А все эти лидеры оппозиции говорят, они вообще никто. Никто. Где эти Немцовы, говорят, где они сейчас? Вот они ходили на Болотную площадь. Чего они делают? Ничего не делают. Кто Немцов? Работает в Ярославской думе. Вот работает в Ярославской думе, а этот лидер правых сил работает в Кирове губернатором. А это Белых такое? Да. Не было на Болотной. На Болотной не было, но он же тоже оппозиция. Правые какая силы. Оппозиция? Это уже, правые силы. Это уже власть, это не оппозиция. Правые. Теперь уже не оппозиция, конечно. Это уже власть. Ну вот, собственно говоря, мы должны эту связь советов и, скажем, из забастовочной борьбы видеть, потому что любая забастовка – это решение вопроса о том, кто и какие проблемы будет решать, и какой голос будет решающим. Это переход уже к другой форме решения вопросов. К управлению переход, но, по крайней мере, на время забастовки. Во время забастовки кто управляет? Комитет. Вот комитет управляет. А если это будет на всех предприятиях по всей стране, то управлять будет другая власть. И все. И это люди понимают. Я не думаю, что у нас буржуазия уничтожает производство, просто чтобы не было советов. Она уничтожает производство, потому что она не может, еще пока никак не выросла до буржуазии нормальной. То есть она вот думает, что она будет трубу туда, значит, качать, газ, нефть, а здесь потом все будет покупать, ничего делать не надо, разбираться не надо ни в этом, покупайте. Оказывается, надо, потому что тебя в один прекрасный момент перекроют, и не трубу у тебя отберут, всю территорию отберут. И говорят, слишком большая у вас территория. Зачем вам на 140 миллионов так много земли и так много богатств? Это надо... то, что товарищи китайцы говорят, в том числе, с которыми мы сейчас говорим. Товарищи китайцы это не говорят, они думают об этом. Они пишут, а говорят другие. Труда.
как бы деятели КПК. В том числе, да. Зачем вам? Надо обычные буржуазы, надо делиться. Это же вы знаете, Лозунг, надо делиться. А не будете делиться, знаете, что будет с вами? Он не хочет с нами делиться. Объясните ему, что с ним будет. Да-да-да, у нас скоро экзамен, а мы не хотим делиться. Сталин и Мао не так. Они говорили, что мы братьями будем. Да, говорили. Трудовыми братьями. Говорили, а есть ли там реальные несоответствия? Вот большая территория, мало населения, другая... Малая территория, большое население. Конечно, это может все время, так сказать, создавать определенные, так сказать, настроения. Быть, да. Поэтому одно дело, когда сейчас в России имеет паритет ядерный Соединенные Штаты, вот ровно, у нас на одну боеголовку больше сейчас. Это один разговор. Никто с нами воевать не будет. Потому что даже с той же Кореей не воюет Соединенные Штаты Америки, потому что не надо связываться с теми, у кого есть ядерное оружие. Я слышал версию, что Северная Корея вообще их проект для того, чтобы, ну, как бы, в данный момент они поддерживают этот режим КНДР для того, чтобы находиться рядом с Китаем. То есть есть у них повод для того, чтобы в Японии держать базы. Хорошее объяснение для них. Но в этом что-то есть тоже, конечно. В этом что-то есть, конечно. Они вообще... Для того, чтобы разделять в этом мире и властвовать, надо, чтобы это больше было всяких внутренних. Больше разделялось, тогда они властвуют. Вот они поддерживали это самое исламское государство, а теперь надо его можно бомбить. А как, где его бомбить? Ну, боевиков поддерживали, вот они и создали исламское государство. Они дали оружие. А теперь, так они и думали, а теперь они бомбят что? Вообще, не вообще, а сирийскую территорию, только там они бомбят. Где территория Сирии. Да. Ну так в Ираке там сами разбираются. В Ираке? Ну как они сами разбираются, когда прилетели американские самолеты, повесили президента, потом сказали, что в общем-то никакого тут нет этого оружия массового поражения. Мы ошиблись. Да, мы ошиблись. Короче говоря, и сухопутная была операция. И в итоге, так сказать, разгромили это вот демократическое иракское государство. И сделали там 100 баз. 100 баз военных, и это все во имя демократии. Нет, это все понятно, как бы просто это все ясно. Я имею в виду, что Саддам Хусейн тоже человек-то недалеко, а не святой, скажем так. А мы кто говорим святой? Ну там была своей диктатуры иракской. Да, просто там была стабильность. Диктатура иракской буржуазии. Разрушили это стабильное государство. Там вот пошло вот то, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке. Это Ливию напоминает, в том числе. Да, ну вот я думаю, что прослушанные лекции показывают, что, конечно, существует очень тесная связь между экономикой и между экономическими процессами, конфликтами в экономике и политическими процессами, и политическими конфликтами, и эту связь нужно смотреть, тогда у нас зрение будет, ну, я бы сказал, более богатое, более, так сказать, содержательное. Потому что если вы вырываете из контекста какие-то одни явления, то оно ущербно это рассмотреть. Нет, понятно, что экономика... Да, так что это не значит, что мы тут все аспекты рассмотрели, тем более не все содержание захватили, и на все вопросы мы не собирались отвечать здесь, правда? Тем более я не все вопросы буду у вас на экзамене спрашивать. Вот такая. Но задача вот видеть эту связь, конечно, надо знать, что такое экономика, что такое политика, и как социально-трудовые конфликты связаны с конфликтами политическими. Спасибо за внимание. Спасибо. На следующий раз у нас консультация. Вы задаете мне вопросы, готовьте вопросы, я отвечаю. Вы можете контр-отвечать, то есть мы можем пообсуждать, поспорить, то есть устроить семинар-консультацию. Не так, что я просто отвечу, дескать, а вы кто такие отвечать. А вот мы можем... Получается спорить на лекциях даже. Да, а теперь можно спорить на консультации. Можно экзамен спорить. Да, вот на экзамене спорить уже не получится. Вот там уже не получится. Дескать, спорить-то мы спорим, но прав я. Там другая форма. Так, нет ко мне больше вопросов? Да, нет, есть вопрос. Да, слушаю. Какой перевод Маркса самый лучший? Сколько переводов было на русский язык? Переводов чего? Капитала. Значит, был перевод первый, хороший. И в этом первом переводе было правильно в самом начале, что я, Маркс пишет, ставлю своей целью раскрыть закон капиталистического движение современного мне общества. Раскрыть. Энтхюлен по-немецки. Раскрыть. Значит, в последних вот в собрании сочинений Маркса во втором, первый я просто не знаю, и в черных таких изданиях советских, открыть. И что же получается, вот
первом, в начале первого тома он открыл, а потом зачем-то еще дописал первый том и еще два. Потому что раскрыть – это значит все полнее, показать полнее, как это все движется, да? Вот у нас был такой, сейчас уже покойный, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Смирнов Игорь Константинович. Он написал книгу «Методы исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса». Я очень ее рекомендую. Это единственное произведение, посвященное диалектике капитала Маркса. Он прекрасно знал диалектику, и у него такая ему этому рассмотрению предшествует диалектическая часть. Книжку, конечно, вы ее не купите, а может и купите. Может, ее и продают где-нибудь, я имею в виду, в интернете. 1974 года издание. 84 года издания. Можно оно бесплатно почитать, поэтому можно скачать. Нет, дело в том, что она есть в сайте Фонда рабочей академии, то есть не там, где вы смотрите вот лекции. Это YouTube. Ну, понятно, нет. Сайт просто наберешь Фонд рабочей академии, там библиотека, и там есть. Вот недавно мы ее повесили в этом году. Он в прошлом году. Да? Капитал тоже есть. Капитал есть, еще есть один сайт, московский сайт. Фонда рабочих, там все собрание сочинений Маркса и Энгельса. Это переводился несколько раз в любом случае капитал. Да, несколько раз. rpw.ru у нас сайт Фонда рабочей академии. А если вы наберете rpw.mos, то вот на этом сайте Московского отделения Фонда рабочей академии есть все собрание сочинений Маркса и Энгельса. Вот. Вот такая тут история с этим. Самое интересное, что в рецензии Энгельса на «Капитал Маркса», а эта рецензия издана тоже Институтом марксизма-ленинизма, но другие люди писали, там процитировано вот это вот положение и правильно переведено «раскрыть». «Энтхюлен» – «раскрыть». Ну, а так перевод как бы сильно отличает. Но это сильное отличие, конечно. Не считая вот этого нюанса. Ну, я вам хочу сказать, что у нас большая спекуляция была по вопросу о совокупном рабочем. Якобы есть у Маркса категория совокупного рабочего, потому что вот такие есть переводы. Или так, по крайней мере, так трактует перевод немецкий, как совокупный рабочий. Как показало английское издание, авторизованное, которое Маркс читал, а издали его там Лафарги. Простите, французское, не английское, французское, Лафарги, то есть сестра. Дочь его и Лаура. И ее муж. Вот они перевели, сделали на французский язык. Но в французском языке два слова существуют для работника и рабочего. В немецком «arbeiter» – что так, что так. А во французском «ouvrir» – рабочий, а «travailler» – это работник. И там везде «travailler». Конечно, не совокупный рабочий, а совокупный работник Маркса. Поэтому все эти бесчисленные докторские на эту тему, которые были написаны, они пролетают. Но они уже защищены. Да. Точно так же, как вот есть такое положение, уже не в «Капитале», а в рукописях, что наука становится непосредственно производительной силой. Это вырванный кусочек из следующего текста. Воплощаясь в основном в «Капитале», наука, всеобщее общественное знание, становится непосредственной производительной силой. То есть прямо противоположной тому, что утверждается вот ныне. То есть только тогда, когда знание, общественная наука воплотится в основном капитале, то есть станет машиной, станет железом, она становится непосредственной производительной силой. А до этого в капитале есть категория наука – это всеобщая общественная производительная сила. То есть это производительная сила, но не непосредственная. Вот вы, наверное, вот уже не первую лекцию смотрите, как я читаю, еще ни разу ни один рябчик жареный у меня изо рта не выскочил. То есть можно на все влиять, но ожидать, что непосредственно будут материальные блага, не приходится. К сожалению. Ну, на этом вот мы, наверное, и закончим, на такой оптимистической ноте. То есть, как бы нету такого перевода, который, что ли, более доступен для русского читателя, русскоязычного? Да, они одинаковые все. Вот я вам назвал по существу вот все замеченные, так сказать. То есть, они как бы не стоят заморачиваться с тем, не чтобы стоит искать какой-то определенный перевод? Не стоит. Я бы вам очень советовал прочитать любой, который есть в собрании сочинений, это 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. Но я вам очень советую прочитать вот книгу Смирнова, и она вас даже привлечет к более интересному изучению, к
этого капитала. Которая есть на сайте рабочей академии? Да, она небольшая, вот такая книжечка, не такой толщины. Вы ее быстро прочтете, и она написана очень хорошо и очень по-умному. Потому что до этого были книги там «Диалектика капитала Маркса». «Бытие» – это вот товар, «Личное бытие» – это стоимость, там, «Сущность» – это деньги и так далее. То есть схематизированные такие. А там же другое содержание, другое развертывание категорий. То есть нельзя просто брать и вот, осуществлять какие-то категории Гегеля вот, прямо с соответствующими категориями экономической жизни. Это неправильно. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго.